Мы можем создать поле для работы. Для этого система. Уже 32. Сюда, в этот зал, членов нашей семьи, наших предков. Мы приглашаем их просто думать. Кто-то приходит сразу, кто-то, может быть, чуть позже. Кого-то мы хорошо знаем, кого-то, возможно, никогда нет. Кто-то подходит близко, кто-то удален, поскольку мы сами его удалены. Мы располагаем в этом зале 4 силы. Слева от меня силы элементарной жизни Земли. Справа силы индивидуальной судьбы и кармы. В правом дальнем углу силы рода, великой души и века. И в левом дальнем углу силы духа и источника. Откуда пришли все силы, все пути. Мы знаем, что когда достаточное количество мужчин и женщин собирается вместе, во имя добра, красоты и истины, доброжелательные силы могут проявиться, чтобы помочь нам преодолеть наши проблемы и трудности, принести на Землю ту тонкую энергию, которой планета и человечество сегодня так нуждаются. Я попрошу каждого назвать.